Когда в этом году выделяли на здравоохранение свыше 5 миллионов латов, не были учтены реальные потребности пациентов. Об этом заявило Латвийское общество врачей. По мнению общества больниц, для искусственного оплодотворения и содержания палат круглосуточного наблюдения выделено непропорционально большое финансирование. Также непропорционально, по мнению общества, распределено финансирование на амбулаторное лечение, стационарные услуги и неотложную помощь. По имеющейся у общества информации, на палаты круглосуточного наблюдения выделено 1 миллион 800 тысяч латов, хотя больницы не просили на это дополнительных средств. Тем временем на решение острых проблем, уменьшение очередей на обследование, консультации специалистов, программу онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, протезирование суставов выделены символические суммы. Латвийское общество больниц также считает несправедливым выделение финансирования службе неотложной медицинской помощи для компенсации роста затрат на теплоэнергию, электричество, горючее и аренду транспорта, тогда как для больниц удорожание коммунальных услуг не компенсировано. Сегодня мэр Риги Нил Ушаков обрушился с критикой в адрес компании «Рига Смик».